Здесь председатель наших профсоюзов говорил о пенсиях. Прошу Минтруда и правительства рассмотреть это замечание. Михаил Сергеевич, повторите тогда в правительстве и внесите предложение, если мы где-то пенсионеров обидели. Что касается ценообразования, и о лекарствах вы говорили, и прочее, не дай бог. По принципу пол, потолок, кто-то устанавливал цены в аптеках, особенно этим грешат частники, значит, мы примем очень серьезное решение. Вплоть до закрытия этих аптек, изъятия их и обращения в доход государства и установим жесточайший порядок по ценообразованию в аптеках. Иного не дано. Особенно сейчас, в условиях пандемии, когда люди болеют разными болезнями, мы будем шутить с лекарствами, будем уповать на какой-то рынок. Нет, так не будет.